Блин. Вот, видели? Вот! Падают, падают ракеты с неба. Ребят, всем огромный привет, вы на канале Виталий Плейс, и сегодня разрабы на бетку выкатили маленькую мини-обнову, в которой добавили новую графу, новую красную зону и убрали лягушку. Короче, обо всем поподробнее чуть дальше, потому что перед началом ролика хотел бы анонсировать конкурс на Royal Pass 19 сезона. Все, что нужно сделать, быть подписанным на канал, прожать лайк данному ролику, написать любой комментарий по теме данного ролика, это важно. А также в колокольчике включить все уведомления. Ребят, комментариев может быть неограниченное количество. Главное, чтобы они не повторялись и YouTube не распознал это как спам. Победителя я укажу в следующем ролике. Точно так же, как в этом ролике, вы узнаете победителя на прошлый Royal Pass. Вроде бы все сказал. Аж проще стало. Давайте смотреть, что же за нововведение добавили. Это будет такое необычное, свободное видео на свободную тему, на разговорную. Поэтому мы так обо всем пройдемся. Мало кто заметил, ребят, то, что также компаньонам поменяли вот домики. Смотрите, какие теперь домики будут у компаньонов. Вот так вот они будут выглядеть. Хотя домик один, только компаньоны меняются. Идем в настройки. Настройки. И видим, что в графике у нас есть плавно, баланс, HD, HDR, Ultra HD нужно качать, и это еще недоступно. Но у нас также появились вот китайские иероглифы, которые называются Ultra Smooth, ультра плавно. То есть можно выставить вот так. Это самые минимальные настройки, которые, ребят, я когда включил, я подумал, что это какие-то... самые максимальные настройки, потому что игра стала выглядеть, ну, нереально круто и приятно. Хотя там, в принципе, добавили-то одну мелочь, сейчас посмотрим. И также хочу сказать о том, что по ходу разрабы PUBG просто взялись за все, потому что понимают, что скоро выходит альфа, вернее, альфа-тест уже закончился. Выходит у нас, вот видите, разница, смотрите, так. Выходит у нас PUBG New State. И поэтому они решили сделать даже на слабеньких телефонах. И теперь смотрите вот так. Видите? Вроде бы настройки еще хуже графика должна быть. Но выглядит она круче. Потому что добавляет лучи солнца. Вот. Вот так вот. Согласись, выглядит очень годно и очень круто. Разрабы теперь походу будут делать все, чтобы игроки оставались в PUBG в старом. Ну, ребят, и это по сути все, что добавляет данная графа. То, что я нашел. Больше ничего не добавляет. Но, мне кажется, на слабеньких устройствах игра перестанет лагать, и вам не придется использовать GFX Tools, за который банят. Многие меня постоянно спрашивают: Виталик, за GFX Tools банят? Да, ребят, за него банят. Потом пишут, это на стримах, потом пишут: а почему за него банят? Я говорю: я не знаю. И мне пишут: а, ну тогда за GFX Tools не банят. Ребят, за него банят. Это я узнавал у официальных представителей PUBG Community. Мне написали: да, за GFX Tools прилетает бан. Я хочу упасть на конты, показать вам, что лягушки уже не будет. Кстати, обратите внимание на новую механику анимации персонажа, когда он выпрыгивает. Поэтому за GFX Tools банят. Да, у меня был товарищ, который тоже, ребят, проиграл более 2 лет, и он мне доказывал, что не банят. Но потом его забанили за GFX Tool. Просто так. Но теперь хорошая новость для владельцев слабых телефонов. Вам не нужен GFX Tool, потому что графа будет вытаскивать. У вас не будет лагать PUBG. У вас оно не будет лагать, поэтому я думаю, что не будет. Радуйтесь, все владельцы и те, кто юзал GFX Tool. Вам больше это делать не придется. И напишите в комментах, кого реально забанили за GFX Tool. Теперь смотрим новое нововведение, которое мне Джека Пинкман показал. Это то, что теперь, когда мы бежим по контам, и даже бежав по контам, если мы нажмем на клавишу лечь, смотрите, что происходит. Видели? Ну, типа, не будет лягушки. Я не хочу просто долго записывать, я, возможно, вставлю вам кусочек, покажу, что должно происходить, но я думаю, все и так знают, что должно произойти. Персонаж должен быстро лечь и в воздухе пролететь, а здесь он как мумия, вот, а без оружия. Сейчас попытаемся.
Ну, видите, без... он чуть-чуть наклоняется и сразу же встает. Теперь давайте попробуем выполнить непосредственно лягушку. Так, так, вот это раздельно. Заходим в управление. Лечь увеличиваем. И... А, и батейра. И это вот так. Сохраняем. И пытаемся сделать лягушку. Видите? Она вроде и работает, но в конце персонаж отбрасывает назад. Она измененная. Это теперь, друзья, не лягушка. Это теперь будет заяц. Тот, кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях хэштег заяц. Да, это теперь будет прыжок зайца. Не, ну, как бы оно не особо и отличается. Мне кажется, так даже круче. Так можно просто... Ха-ха, с оружием, смотрите! Ну, выглядит так. Смотрите. Ой-ой-ой, это уже пошло что-то не то. Дичь. Как статуя стоит. Да. И, ребятки, еще сейчас, если я с вами успею, сейчас вместе заедем в красную зону. Жека говорил, что там теперь бомбежки. Сейчас попробуем. Ну, с оружием вы сами видите, как все происходит. А, это с дробовиком, походу, только. Ой, это плохо, если так на соперника выйти. Не, вот-вот, работает. Это прыжок зайца, ребят, теперь будет. Я попытаюсь... кстати, анимация какая-то... Лечь медленнее стала. Да ладно. Но я скажу, что исполнять стало очень тяжело. Раньше проще было. А, и перст... Ну, не знаю. Короче, плюс-плюс. Плюс 100, минус 100, минус 100. Разницы особо я не вижу. Самый большой плюс, ребят, в том, что теперь, конечно же, графа. О, а сейчас где солнце? А, вот. Все равно лучи проходят. Очень красиво выглядит, согласитесь. Нереально прям красиво выглядит Эрангель. Так, ребят. О, красная зона очень далеко. Да, никогда я еще красную зону не искал. Давайте продолжим запись уже непосредственно в самой красной зоне. Ребят, подъезжаю в красную зону. Я не знаю, я уже две провтыкал. Если сейчас успею, то сейчас будет топчик. По идее успел. Ой, их будет красиво, смотрите, как раз на гору заехать. И смотрим. Вообще ничего не вижу. Все? Да ладно. О! Ну, хотя бы две, ребят, я вам показал. А та очень далеко. Вы видели, да, что изменилось все-таки красная зона, что это не ложь, и реально теперь бомбардировка идет с неба, и выглядит это очень круто. А вот как раз-таки в PUBG Estate обещали такую красную зону, но ее туда не добавили. В трейлере одно, а на самом деле другое. Ребят, вот таким вот получился видос. Не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, в колокольчике включайте все уведомления, чтобы не пропускать все самые новые и свежие видосы в мире PUBG. Да и не только в PUBG. Всем пока.